Самая слабая марксманская винтовка или СВДС. Низкая эргономика, высокая отдача. Если захочется ее затюнинговать, ничего хорошего не выйдет. Стоимость огромная, отдача все еще конская. Из плюсов только патрон. И то хороший патрон открывается под конец вайпа. Единственная причина, почему эта винтовка такая дорогая, это квест «Каратель 6». Так что если вам нужен этот подсумок, то я вам категорически соболезную.